Маньяк, с вами Джейсон, канал True Money Games. И как я и обещал, практически в 7 часов вечера по МСК мы подводим итоги розыгрыша ключей одной из игр для Mass Effect. Для какой Mass Effect? От EA Games. Это либо трилогия Mass Effect, либо Star Wars Battlefront, либо Need for Speed. И у меня периодически почему-то от Wiki отваливается OBS. Ну, не знаю почему, потому что, наверное, так сошли звезды, и OBS не поддерживает у нас ВКонтакте. В общем, правила были просты, нужно было всего лишь зарепостить данную запись, данный пост, поставить лайк, вступить в группу, и, собственно, все условия были выполнены. 40 человеками, которые, наверное, все-таки вступили в группу. В общем, у меня уже все готово, и рандом ап, в принципе, готов. Осталось только нажать на кнопочку. Достаточно халявный розыгрыш. Среди 40 человек может выиграть абсолютно любой. И барабанную дробь, не знаю, стоит ли включать или нет. Вот ссылочка на наш розыгрыш, на наш пост. Количество победителей у нас один, и только среди членов группы ВКонтакте. Нажимаем на кнопочку и... And the winner is... Узнать же победителей. Число участников 41. Только что сделал репост, судя по всему. И победил у нас Паша Павлов. Ну, давайте для успокоения души мы сделаем небольшую проверочку, чтобы потом не сказали... Можно поближе приблизить и показать вам этого счастливчика. Паша Павлова я попрошу со мной связаться, и я сейчас сам его добавлю в друзья, наверное. А, он так у меня в друзьях, здорово. Ему повезло. Так, посмотрим, а среди его групп, интересно, стоит 247, с ума сойти. Как же, а, вот True Money Games есть. Кто-то уже отписался, я не рекомендую, настоятельно не рекомендую вам это делать, поскольку не стоит отчаиваться. Знаете почему? Потому что на нашем канале и в нашей группе стартует новый розыгрыш уже сегодня. Про какую игру розыгрыш будет, я вам расскажу чуть позже. Значит, Павел, я тебя поздравляю. Какую игру желаешь? Написали ему сообщение, и сейчас проверим его стенку. Я думаю, что у него на стенке тут полный ахтунг, поскольку у него, да, запись у него имеется. Молодец, выполнены все условия, красавчик. Значит, ребят, не стоит отчаиваться, если вы не победили сегодня, потому что победить у нас достаточно легко, очень мало людей участвует, соответственно, и шансы на выигрыш, они значительно выше. А, значит, запускаем следующий розыгрыш. Буквально в пятницу мы разыграем еще один ключик на уже другую игру. В честь преддверия выхода пятницы 13-й игры, да? Сейчас мы торжественно включим изображение. Куда ж ты меня загородил-то? Я же должен быть виден людям. В честь выхода этой замечательной игры про Джейсона и пятница 13-е. Буквально к следующей пятнице это у нас будет... какое число же? Это у нас будет 26 мая. Будет разыгран ключ среди всех сделавших репосты и вступивших в группу ВКонтакте. Условия, как всегда, простые. Лайк, репост и участие в группе. Больше от вас ничего не требуется. Не буду вас больше задерживать, ребят, ничего раз не расстраивайтесь, всем желаю удачи и не пропустите, сегодня запускаем новый розыгрыш. Чего, читер? Чего ты ругаешься? Не ругайся, все будет хорошо. Не повезло, в этот раз повезется в следующий. Ребятки, всем удачи и пока.